Всем привет, ребята! Мы возвращаемся с вами в кухонную лихорадку и... О, господи ты, боже мой, на игровом жуке все ссылки в описании. Я играю через эмулятор Nox. В этом эмуляторе есть одна классная фишка. Эта фишка называется очень просто. Настройка клавиатуры. Вот здесь мы нажимаем кнопочку. Для тех, кто не видел, с левой стороны она находится. После этого мы можем выбрать команды. Вот у меня, например, есть тарелки. Тарелки у меня действуют при нажатии... Какой там клавиши-то? Ну, давайте О. При нажатии О у меня тарелки автоматически будут выставляться. А теперь я могу... Там можно сделать какие-то перетаскивания, еще что-то сделать, но я как бы не хочу. Так, с печку давайте сделаем... Ай... Главное теперь самой не забывать. Ну и, не знаю, там яйца, например, вытаскиваем. П. Все, мы это все сделали. Сохраняем. Теперь бы еще самой, блин, не забыть, что я сделала. Так, возвращаемся в мое кафе. Очаровательное, 39 уровень. У меня с ним связано много чего хорошего и нехорошего. Так. Кстати, а у меня почему-то все остальные кнопки стали неактивны. Какой кошмар. А что у меня печка вообще не закрывается? А, у меня ремонт делается. Какой кошмар. Так. О-ку-ку-ку-ку. О, все. Так, все, настроила правильно. Я случайно нажимала ремонт вместо того, чтобы это. Так, перезапускаем игру, чтобы у нас были возможности, хоть какие-то шансы. Так, к этому надо привыкнуть, управлению реально привыкнуть. У нас яйцо. Такс. Так. Вау. Вау. Я чувствую себя абсолютно бестолочью, которую я не понимаю, что находится, где находится, как находится. По-моему, меня эти клавиши еще больше тормозят. Что-то такое ощущение у меня есть. Так. Надо яйцо. Такс. И такс. Мне сейчас, как ни странно, ребят, не столько надо пройти, сколько надо... Сколько надо просто... Только надо просто... Сколько надо просто опыт получить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Черт, спагетти сожгла.
От неожиданности. Так. Черт. Да чтоб тебя. Так, мне нужны чаевые. Итак, мне надо сыграть, ребята, раз 10. Почему раз 10? Ну, потому что я получаю примерно... Хотя нет, примерно я получаю меньше опыта. Кстати, рекламу я могу пропускать, потому что... буду за это просто получать деньги. Давайте сразу ремонтируем. Да чтоб тебя! Чё вы не вытаскиваетесь, как нормальные люди? Так, кого? Чё ты хочешь? Да чтоб тебя! Прям кошмар какой-то. Так, не надо мне тут разводить канитель, обидчивость. Чёрт побери-то, а! Куда ты ушёл? Блин. Вот невезуха. Так, надо болванки заготовить. Короче, ребят, я, походу, возвращаюсь к своему обычному режиму. Мне как-то привычнее.
черт, 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 черт. А черт побери, а! Не надо снимать, не надо снимать. Обалдеть. Начало что-то уже эмболизировать. Это было непросто. Честно, непросто. Я практически приблизилась к своей цели, да, вообще красота. Как я смеюсь, ребята, у меня сейчас стоит не столько победа, сколько просто играть и этот чертов опыт получать. Правда, конечно, по факту. Черт. Успела начать играть, а уже убытки. Обалдеть. Как бы играть-то хочется все-таки пытаться пройти. Как так? Так тоже неинтересно. Вау, как-то тяжело, честно. Что-то как-то я смотрю и вижу фигу. Угу. Так. Сейчас я начинаю играть с огнем. В прямом смысле.
Жуть. Просто жуть. У меня идет деградация. Зачем я снимаю это видео, если я ожидаю, что я не пройду? По одной простой причине, ребят, чтобы показать вам, насколько прелестно вообще заниматься, когда вы ввязываетесь в турнир. Это реально, ребята, совсем непросто. Так. Делаю перезапуск, потому что смысл мне... Какой мне смысл? Я яйца забыла. Так, надо не спешить, расслабиться. В любом случае, мы никуда не опоздаем. Да, может быть, что-нибудь сделаем. Может, ничего не сделаем. Так. Так, это сделал. Это сделал. Это яйца. У меня нету ни того, ни другого, ни третьего, ни десятого. Сложно. Поехали дальше. Блин, мясо сгорело. То, что я слишком много подумала, что надо сделать. В итоге сожгла, блин, все. Какой кошмар, а? Ребят, я реально играю как полный бестолочь. Я знаю, что время уже закончилось. Я это прекрасно понимаю и знаю. О, как, еще? Обалдеть.
Вы же сообщили мне, что уже все, закрылись. Нет? Не закрылись еще? Все. А, 1500, боже мой, же мне 6300. Это просто же скач. Честно говоря, кухонная лихорадка мне будет в ужастиках сниться теперь. Называется «Захотела очутиться». Где я там захотела очутиться? Черт. Черт побери-то, а! Так, отпускаем вначале вот этого челбрика. Черт, мясо забыла, а? Оригинально. Кто там на заднем фоне чпокает? Так, в моем случае, кстати, мне не особо помогает то, что я шевелю пальцами, клавиатуру настроила, так как фактически... Фактически одновременно нажимать сразу и то, и другое нельзя. О боже, что вы хотите? Проще сказать, что вы не хотите.
Да, прелесть. Черт, не успела дядюшке отдать. Прикиньте, если сейчас будет... Нет, мне бы все равно не хватило. Ничего страшного. Я никак не преодолею отметку в 14 тысяч. Так, 1700. Боже ты мой, еще впереди 4000. Это нереал. Нереал просто, ребят. Но, как ни странно, это вполне... Вполне реально. Да. Как говорится, самое хорошее, что может человек сделать, это сам посомневаться в своих силах. То есть вы понимаете, что это сарказм. Если верить, что у вас ничего не получится, то у вас 100 пудов ничего не получится. По факту же у меня еще 19 часов. Даже если я сейчас отдохну, поиграю чуть-чуть, то еще 7 опыта, 7 алмазов я могу получить. Вполне. У Саши осталось 5 уровней. Плюс у нас доп-клиенты будут. Надеюсь, что пару уровней он пройдет с этими доп-клиентами, а потом придется улучшать стоимость чего-то. А вот это уже самое стрёмное, потому что улучшать придется стоимость, исходя по 5 там алмазов, по-моему, идет. Сейчас мы проверим. Даже если я 7 получу, только одно что-то смогу улучшить. То есть это вообще ни о чем. Для этой игры. Да, еще 3 часа осталось. По сути, я могу, по идее, забить. Угу. Но мне надо очень, чтобы он куда-то прошел, чтобы хотя бы десяточку мне алмазов дали, потому что вы видели сами, что у меня там 2 уровня осталось. Иначе мне не хватит ни на открытие новой кафешки. Алмазики я сейчас получить бесплатно не могу. Раньше было что-то типа установить какую-то игру, что-то получите, но... Я устанавливала, я ничего не получила. Обманули они меня. Так, в прошлый раз Саша умудрился выиграть 2 алмазика. Жалко, что была ставка по 100. Было бы 15, у нас бы проблем бы не было. Но 100 есть 100. Так, все спускать до нуля я не буду. Вообще старайтесь азартных игр всегда обходить. Потому что это чей-то бизнес. И в том бизнесе зарабатывают только в том случае, когда вы проигрываете. Помните об этом. То есть они зарабатывают ваши деньги. Поэтому выиграть в казино... Ну, 1 на 1 миллион может и выиграть, но это можете быть совершенно не вы. Это может быть кто-то из своих, если у них есть родня, родственники. Деньги должны оставаться в семье. Поэтому всегда обходите казино стороной и не ведитесь на рекламу. Ладно, сыграю последний раз ставку, так сказать. Оставлю себе только на пропитание. Все, вы поняли, что турниры это жуть. Для тех, кто не в курсе, у нас прокачка идет 70-96%. То есть, похоже, надо только с 90 обоями надо начинать. Не с 90, турнир. У нас вообще-то улучшение интерьера. Нет, вообще-то, когда было... я начинал турнир, ты говорил, о, у меня там все прокачано, да, ты легко пройдешь. Да. Так, все по 70%. Только. А ты думаешь, 70% это не все прокачано? Значит, все. Ну, 100%. Короче, надо хотя бы 90 было бы прокачано. Слушай, Саш, давай по-честному, 100 надо, чтобы хотя бы интерьер был 100 сразу. И улучшение для интерьера я, кстати, не меньше 80. Я, кстати, могу не пройти, чтобы монетки заработать. Надо. Мне не нужны монетки, у нас они и так зарабатываются. Ну, нам в опыт казино нужен, XP. Зачем казино? Нам не дадут алмазы. 2 раза за сутки по 15,2, это нереально, больше не дадут. Они понятно. Что, это ж казино! Казино, а нельзя продать улучшение интерьера? Нет, нельзя. Такого нельзя. У меня нет других уровней. Разместить? У меня только 2 кафе. Одно вот это, а другое то, где я играю. Мне не надо ничего продавать. Короче, ребят, вы поняли, что мы себе нашли приключение на заднее место. Всем пока.